Всем добрый день! Сегодня будем готовить вкусные картофельные спиральки фри. Повар уже все ингредиенты подготовил. Рецепт вы видите на экране. Картошку я уже сварила. Нам потребуется 3-4 штуки. Делаем из нее пюре. Итак, в измельченную картошку я добавляю яйцо, 3 столовые ложки молока, перчик черный, пару щепоток, три столовые ложки крахмала. И все это хорошо перемешиваем. Рецепт очень простой, а блюдо получается очень оригинальное и вкусное. Измельчаем 20 грамм твердого сыра пармезан и тоже отправляем в наше пюре. Теперь можно перемешать просто ложкой. Теперь берем кондитерский мешок и пюре отправляем вовнутрь мешка. Отверстие должно быть небольшое. Ну вот так вот, сантиметра полтора будет хорошо. Жарить я спиральки буду на вот такой чугунной крышке от утятницы. Очень удобно. По две спиральки будут располагаться. Готовим тарелочку с салфеткой. Масло прилично. И сразу жарится с обеих сторон. Вот она румяная. Все, можно доставать. Наша спиралька готова. Если масла у вас немного, можно жарить с обеих сторон. Также, если нет у вас специальных щипцов, как у меня, то переворачивайте вот такой обычной лопаточкой и вилочкой. Спиральки наши сготовились, будем пробовать. Во рту тает. Нежные. Вот такие вкусные и красивые спиральки с картофельного пюре у нас получились. Если вы будете готовить это блюдо впервые, и вам, может быть, будет тяжело делать именно спиральки, можно пожарить вот такими палочками. Но масла должно быть достаточно, потому что палочки переворачивать тяжелее. Особенно хороши такие спиральки с чем-нибудь острым, например, с аджикой или с соусом ткемали. У меня соус ткемали. На сегодня все. До свидания, всего доброго. Пишите комментарии. Всем приятного аппетита!